После обильных осадков мазурик наш провалился. Вода промыла, мы здесь копали водопровод. Траншея для водопровода. Земля просела, и мазурик у нас ушел. Отъезжает Кировец. Будем дергать натяг. Пошел. Давай, оп, молодчи. Таким образом просел. Обнова очередная. Выезжаем на территорию. Колеса на тракторе приспущены, чтобы пройти по ограничению по высоте. Они его приспускают. Заехал. В
очередной Кировец К-525 и полуприцеп Ярославец ПС-15. Будем пытаться вытащить прицеп своим ходом, приподнимаем дышло, чтобы открыть откатыватели. Выкатывать это 50 там, что под руку попало, как говорится. Дело сделано. По свету подходи.